72 раза, ребята, это писец просто! Я снова свой рекорд побил. Всем привет, друзья! Вы давно просили Андрюхину программу, Данька мы снимали, теперь вы получите Андрюхину программу. Андрюха, из чего она вообще состоит? На что она? На увеличение мышечной массы, на сушку, либо на что? Расскажи нам. Она рассчитана на увеличение повторений в подтягиваниях и отжиманиях. То есть у меня сейчас нету такого, что каждая группа мышц я тренирую. Там типа просто подтягивания и отжимания в основном. Так что на увеличение только. А отжимания на брусьях входят, нет? Да. Отжимания на брусьях от пола и подтягивания на турнике, да? Да. Полетели. Итак, система подтягиваний, вот она вот здесь вот будет. Делайте между подходами отдых там максимум 2-3 минуты, ну или когда будете чувствовать, что вы прям вот отдохнули, потому что она реально достаточно, ну это как многоповторка, но при этом тут должен быть отдых маленький, так что, ну, сами рассчитывайте свои силы. Эта система состоит из 14 подходов, и в сумме получается 160 повторений. Эту тренировку нужно делать 2-3 раза в неделю максимум, потому что, блин, подтягивания каждый день тренить, это слишком жестко, вы не выдержите и умрете. Понедельник, допустим, и четверг, суббота, и делайте подтягивания. Затем вторник, среда, пятница, отжимания и оставшиеся дни отжимания на брусьях. В отжиманиях на брусьях система достаточно простая. Если вы можете сделать 30 отжиманий на брусьях, то делайте, и дальше идет как лесенка вниз, то есть с 30 до 20. Это получается сколько? 10 подходов. Три туда ровно. Ребят, вот вы просили демона. Видите? Я не знаю, вы слышите или нет. Да, это она. Ее дергает, короче. Эту систему, как и на подтягивание, вы можете тренировать 2-3 раза в неделю, чтобы особо не перенапрягаться. Ребят, Андрюха, короче, выполняя свою систему, вот это упражнение по своей системе, он сделал 65 отжиманий на брусьях, это правда? Да. Блин. Ну, возможно, когда-нибудь мы это запишем на видео. Да. Приколитесь, 65 отжиманий, это вообще жесть. Поэтому, если вы будете выполнять эту систему, то тоже будете много отжиматься на брусьях. А мы продолжаем. Отжимания от пола, да, идут. Также можно сказать, что в этой системе вы постоянно можете повышать количество отжиманий. То есть, если первую неделю вы делаете 30, ну, точнее, с 30 начинаете отжиманий, то следующей неделе можете начинать с 35, ну и так далее. Система на просто отжимания от пола тоже простенькая. 10 подходов по 20 или 25 повторений. Опять же, каждую неделю вы можете количество повторений увеличивать. Эту тренировку тоже делайте 2-3 раза в неделю. Также у меня сохранился отдельный, единственный день для того, чтобы тренировать элементы. В этот день я тренирую горизонт, передний вид, стойку на руках. Хотя стойку на руках я всегда треню. Но, в общем, вы поняли суть. А также не стоит забывать про отдых. Если вы чувствуете, что уже не успеваете восстанавливаться, оставьте эти системы, отдохните 2-3 дня и уже приступайте снова. Ну, а чтобы доказать свои слова, так сказать, ответить за базар, я сейчас попробую отжаться 65 раз. Ну, или сколько получится. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Давай тащи еще чуть-чуть. 10. 56, 57, 58, 59. Пиздец, машина. 60. Давай больше. 62, 63, 68, давай. 64. 64 было, да, сейчас? Да. 65, 66, 67, 68, ни хрена себе. 70? 9. Давай до конца прям. 70, 71. 60, 71. 71 раз, 72.
73, давай! 72. 72 раза, ребята, это писец просто! Я снова свой рекорд побил. Это жесть нафиг. Делайте все его программу. И да. Будет успех. Мои 42 раза меркнут. Вообще. Ну что, друзья, все Андрюхины системы будут вот внизу написаны в описании. Также на экране вы видели. Поэтому переписывайте себе, перепечатывайте как угодно и занимайтесь, и вы увидите, я думаю, прогресс, потому что Андрюха для своего возраста, для своего веса капец какой сильный. И знаете что? У Андрюшки есть канал, вы знаете, что делать, ссылочка будет в описании. Заходите, подписывайтесь, ставьте ему лойсики. Увидимся в следующем выпуске. Пока!